украинские игроки имеют больше игрового времени себя проявить, да. Но это, конечно, хорошо, но, конечно, и украинским игрокам тоже хорошо есть, что они могут играть вместе с хорошим партнером и учиться что-то у них и в игре, и в тренировочном процессе, и так далее. Ну, эта проблема, я говорю, всегда есть две стороны, да, что игрок, если достает много времени на площадке, он должен уметь это время хорошо использовать. Да. Если игрок просто на площадке находится, и он не работает, и только вот я сейчас добился того, что я основной пятерки, потому что все ушли, и он этим доволен, то это тоже плохо, что игрок должен уметь конкурировать, да, не просто, чтобы ему подарили это место. Да. Так что эта конкуренция, я думаю, для украинских игроков иногда хорошо, что он должен себя проявить, чтобы конкурировать с каким-то иностранцем, или, ну, чтобы эта конкуренция была внутри команды тоже.